Если кто сюда приехал от тоски и ради смеха, то, признаюсь откровенно, это был совсем не я. Если честно, между нами все мы едем за деньгами, хоть у каждого программа исключительно своя. Салям Каддафи, значит здравствуй, до свидания. Кто в захидание, кто в ободание, я и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. Здесь спокойная работа и проблем совсем немного. Здесь морально отдыхаешь от дорог и дураков. Экзотики хватает, только все надоедает. И смотаться на побывку каждый здесь всегда готов. Салям Каддафи, значит здравствуй, до свидания. Кто в захидание, кто в ободание, я и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. Мы летаем по Ширазам, Тегеранам и Ахвазам, зарабатываем баксы, нету времени скучать. А в далекую Россию мы увозим унитазы, чтобы дома об Иране никогда не забывать. Салям Каддафи, значит здравствуй, до свидания. Кто в захидание, кто в опадание, я и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. Салям Каддафи, значит здравствуй, до свидания. Кто в захидание, кто в опадание, я и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. И все к Каддафису готовятся заранее. Спасибо. Я вот сейчас пою и подумал, что вот когда эта песня сочинялась, то все было понятно. Мы летали в Иране в 90-е годы, когда здесь не было ничего, а оттуда везли и там сантехнику, кафель, электрику, мебель, в общем, ну все, короче, аппаратуру и так далее. А сейчас у нас вроде как все есть, и вот людей, которые не знают, что это было так давно, вот возник вопрос, ну вот этот вопрос.